Летняя здоровленчая кампания у самым разгары. Особливое значение под час ее организации набывая супрацовництво с межведомостными структурами. Областное управление департамента аховы довольно долгий час реализуя суместные проекты с установами адукации Гомеля. До уделу у черговой акции были запрошены школьники с Чыгуночного района. Сама программа посвящена тому, чтобы научить подрастающее поколение различать хорошие и плохие поступки, чтобы уже у них в этом возрасте сложилось отношение к сотрудникам милиции как к другу. Убачить, как кинолог тренируется разом со своим четвероногим подначаленным, соправды приемная махчимость для ребят. И они с неподробным захоплением назирают за усим, что отбывается на пляцовце. После знакомятся с умовами, у яких живут помощники милиционеров. Головный подарунок дятве от самого опытного бойца, 9-годового боцмана. Знешне серьезный и строгий, и он спокойно дозволяя себе гладить и фотографовать. Яскравым протягом стала демонстрация затримания злочинцев. По легенде, двое мужчин спробовали обрабовать магазин, але зробить задуманное не поспели. Хутка на место выехала оперативная группа. И тут знову себе проявил четвероногий супрацовник, який у черговый раз выкликал захопление и аплодисменты у глядачов. Все, что мы делаем для нашего подрастающего поколения, это только на пользу. На пользу профилактики их и безопасности, профилактику правонарушения. И, естественно, мы делаем большой акцент на профориентационную работу, на выбор будущей профессии. Дмитрий Котов, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».